Аэроклуб «Алтай-Ави» и «Русское радио» – давние партнеры. И когда мы узнали про конкурс «Мисс Русское радио», про этот интересный, красивый конкурс, мы с удовольствием решили его поддержать. Ведь считаем, если у человека есть мечта, какой бы заоблачно она ни была, к ней нужно стремиться. Участниц конкурса «Мисс Русское радио Барнаул» переполняют эмоции. Им невероятно повезло совершить ознакомительный полет на вертолете «Робинсон». Сегодня девушки восхищались видами Барнаула и узнали, что с помощью аэроклуба «Алтай-Авиа» можно путешествовать по территории от Горного Алтая до Новосибирска. Большое вам спасибо за то, что вы отдали нам столько голосов. И вот с вашей помощью мы совершили полет на этом прекрасном вертолете.